О подготовке к хаджу говорили на совещании в правительстве. Глава республики разработал и утвердил план мероприятий по организации и проведению хаджа. На сегодняшний день принято более 800 заявок от желающих совершить паломничество. На совещании также обсудили медицинскую сторону. Заключен договор с Минздравом Ингушетии на проведение вакцинации паломников перед отправкой в Мекку, которая уже начата. Также проводится подбор руководителей групп для сопровождения верующих и медицинского персонала. Премьер-министр Руслан Гагиев поручил аппарату правительства разработать и представить график дежурства заместить вице-премьеров в период отправки паломников из республики. Компромсвязи Ингушетии провести работу с Росавиацией для получения разрешения на осуществление авиарейсов из аэропорта Магаз в Саудовскую Аравию и обратно.